Guten Tag, liebe Freunde. Und heute meine liebe Nike Air Force. Meine liebe Schuhe. Вообще четкие. Вот все как бы есть. В них полный оригинальчик. Самое главное, что мы хотели бы узнать. Это сайз. Размер. С этой стороны лучше видно. И все, в принципе, навьё. Смотрим размерчик. Так, вот так давайте лучше. И видим. Получается 13 американский, 12 английский. И наш это 47,5, 31 сантиметр. Вот такие. Подошва вообще заубе. Чисто. И давайте же их примерим. Кроссовки, которые я хотел себе на протяжении нескольких лет купить. Но не мог, потому что были свои обстоятельства. На это все. Давайте их расшнуруем сейчас и как бы расширим. Тут аналогично. Расшнуровываем. Обзоров на YouTube именно чтобы видно было, нету. Именно вот такого размерчика. Так, и вовнутрь. Все, одеваем. Мой размер. Ну вообще. Ну вообще, четко. Четко сработа мой. Вообще, на меня как раз. Все, путешествие в Европку. Давайте еще бы подтянем тут, чтобы было покрасивше. И вовнутрь вот это. И просто вот так шнурочки. Оригиналы. Блин, какие же они просто. Штольц. Вау. Какие они что, легкие такие, невесомые, и мой размер, ничего не давит нигде. Ну супер, четкие. Переносим на Андре ракурс. Так еще покажу вам. Ну четкие, Nike это всегда гордость, это всегда четкость. Черный цвет подойдет под все, беру себе на года 4 где-то. Просто четкие, самые лучшие. Легкие такие. И мой размер. Ни у кого нету обзора и ревью, только у меня. Не давят вообще. Четкие, классные. Мне нравятся всем. Именно мой размер. Я думал больше набрать, а нет. Все-таки идеально просто. Не давит, не жмет, ничего. И шнуровать не надо, тем более. Ну, вообще.